В Алматинской области разрабатывается электронная земельная карта. В нее будет включена информация о градостроительной и архитектурной деятельности, проводимой в регионе. В любое время через интернет можно получить доступ к сведениям о существующих застройках, свободных землях и земельных участках, находящихся в собственности, а также планировочных ограничениях. Запуск интернет-платформы намечен с 1 января 2019 года. Платформа, она может интегрирована и использована как основа для других интернет-приложений. Например, онлайн-такси, онлайн-скорая помощь. Вообще, это основа для смарт-сити.